Общеизвестный факт номер один. Анатолий Константинов всегда думает о хуях. Вот так вот выглядит же Человек-муравей. Чисто красное мундирование. На середине какой-то круг и держит шлем с красными глазами. Не знаю, откуда они взяли этот концепт. Общеизвестный факт номер два. Если Анатолий Константинов не думает о хуях, то он обязательно думает об анусе. И вот тут вот уже располагаются, собственно, всеми, наверное, знакомые персонажи. Это Танус, если я ничего не путаю, должен быть это быть Танус. Общеизвестный факт номер три. Если Анатолий Константинов не думает о хуях и анусе, то стоит проверить его пульс. Интересно. Да. Зачем ты так смешно пишешь? Зачем разговариваю? Зачем? Кто там упал? Это что такое?